тебя-то кто? А это моя головная боль. Я не заставлял тебя спать с собой. Предлагал тебе на кухню уйти, почему не пошел? Просто я хотел поспать с тобой. Мечтал. Значит, футбол всего лишь повод. Конечно, футбол всего лишь повод. А так я был нацелен на твой диван, на это маленькое пружинистое чудо. Со мной в придачу. Разумеется, ночь без тебя – это не ночь. Взаимно, Андрюшенька, взаимно. Ты – это лучшее, что когда-либо пускало слюни на мой диван. Если я тебе ее отдам, уйдешь? Растворюсь. Вип-палата. Обожаю тебя, Андрюша. Совсем срам потеряли. Спасибо. Я умоляю тебя. Но ты же понимаешь, как для меня это важно. Ну, пожалуйста, ну, солнышко мое, ну, я тебя умоляю. Ладно, ладно, ладно. Ты мне очки заплевал. Ладно. Спасибо. Только не ладно, а ладненько. Может, мне постричься? Не надо. Я тебя люблю таким. Клево. Андрей Евгеньевич, тут такая ситуация сложилась. Пошла санитарка в подсобку за шваброй. Ну, это не важно. А там, похоже, Лобанов закрылся. Что-то орет, матерится, говорит, мол, живым не даст. Эва как? Ага. Он у тебя там хлорки-то не нажрет со страху?